Сегодня в Кыргызстане день национального траура по погибшим гражданам в ДТП в России. В соседней республике приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Напомню, авария произошла 21 августа на автотрассе в Ульяновской области России. Микроавтобус, в котором находились 18 человек, зажало между двумя большегрузными фурами. 15 пассажиров, 14 из которых граждане Кыргызстана, погибли на месте. Не смог выжить и водитель автомобиля. По данным МЧС, трое кыргызстанцев выжили, но их состояние оценивается как крайне тяжелое. Президент Кыргызстана дал срочное поручение организовать на родину доставку тел погибших. Садыр Жапаров опубликовал обращение к соотечественникам, выразив соболезнования семьям жертв ДТП. Борт Москва-Дон. Мы подготовили специальный грузовой самолет, который вылетел из Москвы в Ульяновск. После того, как он прибудет в местный аэропорт, начнется погрузка тел погибших. По времени самолет летит 3 часа до Кыргызстана. Мы ожидали разрешения от Следственного комитета России. Как вы знаете, они должны собрать все сведения о происшествии. По нашим расчетам, самолет должен прилететь в город Ош сегодня в 18 часов вечера, и уже оттуда родственники заберут тела.